Дорогие одесситы, в Украине продолжается кровопролитная война. Наша армия дает мощнейший отпор оккупанту. И с каждым днем враг становится слабее. Закрытие неба над Украиной – это тот шаг, который фактически обезоружит агрессора и защитит нас, наши семьи, наших детей. Это может и должен сделать Североатлантический альянс НАТО. И пока он не спешит принимать решительные меры, в наших силах ускорить этот процесс и показать, что сегодня закрытие воздушного пространства над нашей страной – это то, чего ждет каждый украинец. Я обращаюсь к мэрам городов-побратимов Одессы, городов-партнеров. Поддержите нас. Пусть каждый житель вашего города, с которым нас связывает давняя дружба, подпишет петицию о закрытии неба над нашей страной. Ведь каждый из нас понимает, что от этого шага зависит мирное будущее Одессы и всей Украины. Верю в нашу дружбу, в наших людей и, конечно, в нашу победу.